Дагестанские исследователи отмечают десятилетие со дня образования Следственного комитета России. 7 сентября 2007 года следственные подразделения были выведены из состава органов прокуратуры и стали процессуально независимы. Теперь они есть в каждом регионе нашей страны. О работе ведомства рассказал руководитель Дагестанского управления Сергей Дубровин. Самый сложный период становления Следственного комитета и его территориальных органов уже пройден. На сегодняшний день значительно повысились требования в качестве предварительного расследования. Соблюдение процессуальных сроков, как при проведении доследственных проверок, так и при расследовании уголовных дел, эффективности и результативности принимаемых следственными органами мер по защите интересов граждан, организации и общества от преступных посягательств и по возмещению причиненного преступления ущерба. На торжественное мероприятие были приглашены родственники погибших сотрудников Следственного комитета. В честь юбилея им и наиболее отличившимся работникам вручили почетные грамоты и подарки. За объективное освещение деятельности Дагестанского управления были награждены и наши корреспонденты Лиана Парчуева и Патимат Бурзиева.